Мы провели два контрольных матча. Первый матч был запланирован, второй матч не был запланирован, но мы приняли решение не отказываться от спарринга с Торпедо. Они нас попросили об этом, и мы им любезно согласились. Но и для нас, и этот спарринг был тоже полезным. Первый спарринг выиграли 5-1, результатом довольны, содержанием игры не совсем. Но это понятно, так как только начинаем вырабатываться на сборах, и в нормальных условиях провели только всего лишь 5 дней. По второму спаррингу комментарии о своей команде могу сказать. Выглядели неплохо, желание, старание. Естественно, что мастерством уступаем сопернику. Торпедо команда практически ФНЛ уже. Но для нас тоже был очень полезный этот спарринг. Ребята проверили силы, и многие выглядели очень прилично.